Жилой комплекс «Триколор» находится в северо-восточном округе Москвы в 15 минутах езды от станции метро ВДНХ. Застройщик проекта – компания «Капитал Групп». Проект включает в себя три жилых корпуса с квартирами и отдельно стоящее здание с апартаментами. Кроме того, планируется строительство подземного паркинга. В комплексе представлены 1, 2, 3, 4, 6 комнатные квартиры и апартаменты площадью от 25 до 167 квадратных метров. Существует возможность покупки в ипотеку.